Так, приветствую, ребятки, девчатки и мальчушки. Суть какая, ролика пишу для подписчиков. Значит, столкнулись они с такой фигней. Взяли у человека кабель хороший, RG-223, Леони. Это очень хороший военный такой кабель. Сейчас покажу его, если вы видите здесь. Ну, короче, так, вот здесь написано RG-223. Ни хрена не видно, но, короче, придется вам поверить. Вот написано Леони RG-223. Значит, суть какая, в чем его прелесть? Он посеребряный, прям двойная серебряная оплетка, центральная жила моно, медь посеребренная, то есть огонь. Огонь, и в чем проблема была? Они, значит, на куске 3-4 метра, не 34 метра, а 3 или 4 метра смотрели КСВ. То есть в полосе частот там как раз 300 МГц и так далее и тому подобное. И у них какие-то всякие нехорошие вещи показывало. Вот, и попросили меня проверить, так ли у меня или нет. Значит, смотрите, эксперимент. Я напаял БНС, самый говняный китайский. Так, сейчас я резкость верну. Да, БНС-шка обычная. Также здесь переходник. СМА тоже БНС. Накручиваем. Кольцо Саурона показывает, как видим. Так, значит, смотрите, будем использовать мою самодельную нагрузку. Я уже как-то показывал на большом радиаторе. Вот такие вот хорошие нагрузочные сопротивления. Здесь у меня используется СМА-шка, СМА, СО и N-тип. Вот такой вот у меня нагрузка. Суть какая? Я даже сделаю, я не буду напаивать на обратный конец какой-либо разъем. Я просто сейчас, просто вот так вот засуну, так как это позволяет у нас СМА. И экранировка будет нормальная. То есть я беру, смотрите, засандаливаю. Сейчас немножко это все дело раскрою. Все без обмана, как всегда. Это же UR3 QQC. Это не мостовик. Это не йод-йод-йод хуеплет. Это не этот, как его, господи, уже и забыл, этот старичок, боровичок. Как его там называли, я уже не помню. Это вам не суслик. Так, значит, смотрите. Ну, всех пидоров описал. Сейчас. Смотрите. Значит, смотрите. Вот, все. Руками держу. То есть, прям все по антинауке. То есть, так никто не делает. Сейчас я попробую разместить, чтобы сказать, чтобы видно было, что там показывают. А, кусок у меня 4 метра кабеля. Сейчас я наведу, так сказать, камеру на анализатор. И увидите, что у меня показало. Так, еле разместил. Итак, внимание, смотрите. Я выставил 200, 500. Видите, да? Сейчас, секунду. Кабель отодвину маленько, чтобы он не сильно мне мешал. Вот, смотрите. Вот. Вот 200. Видите, КСВ постоянно единица. 1,04. Ну, то есть, это не столь важно. То есть, попробую добавить фотки, как человек показывал, как у него было. Вот, видите. Все идеально. С 200 до 500 МГц. Выше, вернее, ниже. Естественно, не хуже. То есть, дорогой мой подписчик, я обращаюсь к вам, Евгений, скорее всего, проблема либо в вашей нагрузке, либо попался вам такой кабель. Ну, по крайней мере, слава богу, этот кабель, вот, который я сейчас показываю, с этим кабелем у ребят были антенны на садком. Я тут резал, уже как бы особо-то не осталось ничего. Но вот все, что вот ребятам шло, на таком кабеле. Вот как-то так. Так что дивитесь. И как-то делайте выводы, не знаю. В общем, кабель очень хороший. RG-223. Вот. 223 вообще, или какой? А то я уже сказал, уже и забыл. Сейчас я погляжу. Да, 223 Леони.
Все, всем добра и бобра, и до побачення. Всего найкращого.